Тайная жизнь жены Кобзона. Вот кем оказалась Нелли. Вдова эстрадного певца Иосифа Кобзона Нелли в эфире программы «Ты не поверишь» впервые рассказала о тайном приемном сыне. Запись передачи опубликована на сайте канала НТВ. Он нам достался ребенком. Он живет в Армении. И когда он приезжает, мы стараемся всегда охватить его вниманием. Если дочь в Москве или сын, поделилась супруга артиста. Она также рассказала, что муж изменял ей, однако она прощала его. «Мне повезло, что я встретила человека, которого я смогла столько лет любить, обожать, не критиковать, не спорить, не ссориться», сказала Нелли Кобзон.